Мы подготовили фестиваль третьей субботы, и мы очень довольны. Психологи, эзотерики, йоги, медики, врачи есть, люди из искусства, то есть совершенно разные мастера собираются. И в один день можно прийти и продегустировать. Есть возможность повышать творческий потенциал людей. И на самом деле учить входить в это состояние. И это профессия для того, чтобы работать с людьми в 21 веке. Потом мы были даже в одном бараке. То есть спали на соседних койках. Да, самарские бизнесмены, творческий человек и еще 100 людей с разными судьбами оказались в одном бараке. И все, кто в теме, знают, что эти деньги мы не взяли. Вот. И куда пошли эти деньги? Тоже все знают, и судья знал, и сейчас общий режим – это 70% людей. Ну, когда я сидел, употребляли героин прямо на зоне. Это суперсистемно, да, когда личность не имеет никакого значения. Мне вот это было сначала очень тяжело, когда мне говорят, что ты всего лишь зычар. Я работал поваром, работал кладовщиком, грузчиком. В какой-то момент мне, конечно, повезло, я работал завхозом, художественным руководителем клуба. Я хочу делать то, что мне сейчас нравится, и приносит пользу в будущем.